идеи существует огромное количество билдов, начиная от самых простых, типа Ананиста с Сайбой, и заканчивая самыми лютыми, предназначенными специально для прохождения без ботов. Про один из этих билдов я вам и расскажу в этом ролике, на этот раз подробно с разбором навыков, а также дам советы. С этим билдом были пройдены подножие горы транспорт поезд, спасение Хакстона симулятор козла. Такие дела, пацаны, все можно пройти, самое главное иметь прямые руки и правильный билд. Такой как у меня. Для сборки вам дополнения не потребуется вообще. У вас и так все есть, пулемет есть, пила есть, кринков тоже, даже за оглушалки денег не берут. Пользуйтесь все бесплатно. Конечно, если вы хотите, вы всегда можете докупить парочку дополнений. Fugitive Weapon Pack. Ради М60. Gage Weapon Pack 2. Для пулемета КСП, только нахуй там же бесплатный такой же. Статы такие же. Scarf is Heist. Для командоса. Вот тут еще есть смысл купить. Butcher Car Mod Pack и Gage Courier Pack. Ради улучшения на оружие. Гейдж спецопс пак. Для орбитера. Орбитер только для убийства снайперов. Само по себе оружие полное говно. Гейдж хисторикал пак. Ради пулемета МГ-42. Вот тут еще можно подумать. На этом по дополнениям все. Никто покупать не заставляет, все по желанию. Уровень инфами. Сложно сказать, какой точно вам потребуется. Там остаются очки и в принципе, там на все хватает, но лучше всего четвертый. Ветки штурмовик, манипулятор и техник. Теперь мое любимое, а именно навыки. Для начала быстренько пробежимся, потом дам парочку советов по навыкам. First Aid киты. Аптечки нам нужны в любом случае, если вы чувствуете, что вам пизда, то ставьте их под себя. Они мгновенно восстановят ваше здоровье, но не забывайте про кулдаун в 15 секунд. Можно также использовать при выполнении объективов. К примеру, врагов дохуя, а вам надо что-то поставить. Просто под себя ставим аптечку, если надо, то потом можно прожать и фляжку. Со временем разберетесь, как грамотно все комбинировать и использовать. Я поначалу тоже тупил. Теперь конверты, маленькие помощники, отвлекают на себя огонь и могут даже неплохо убивать остальных юнитов. Они также дают вам бонусы, а именно 30% бонус к здоровью и 10% к скорости передвижения. Но есть минусы, а именно тупизм самих конвертов. Они иногда застревают в текстурках. Или того хуже, просто застревают на другом конце локации. Особенно заметно на мосту Голд-симулятора и на площадке подножия горы. Тут нам поможет мод Replace Joker. Используйте только для замены застрявших конвертов. Не надо злоупотребить им. Качайте на свой страх и риск. Навык спекулянт будет постепенно восстанавливать нам здоровье, но только при наличии хотя бы одного конверта. Ну или при наличии связанного заложника. Навык крепкий орешек
позволяет получать до 50% резиста при взаимодействии с чем-либо. Крайне полезный навык, он нам по-любому нужен. Шок и трепет позволит нам отбрасывать щитовиков. Только не надо про базовую версию писать, она на стойке не работает. Но я уверен, что найдется еблан, который скажет, что я долбаю и взял на стойка нерабочий навык. В ветке техника все навыки заточены на оружие, описание прочтете в игре. Там все просто и понятно. В ветке призрака берем приоритетную цель для уменьшения приоритета на нас. Пусть лучше пиздит конвертов, чем нас, я же правильно говорю. Ого, а у беглеца ничего нет. Пиздец охуеть. Есть еще версия с использованием легкой баллистики. Там убран только железный человек напро, ибо укат же не используется. Я просто покажу все навыки, они тут почти не изменились. Теперь про сам перк. Стоик. У него такое описание просто пиздец. Честно признаюсь, что я и сам его механику не знаю. Я уже машинально понимаю, что и как делать. Думаю, тут нужна практика. Вы сами после пары игр поймете, что с ним и как делать. Перейдем к оружию. У этих билдов оружие ничем не изменится. Если у вас нет ДЛС, то берем к SP-58. Хорошая стабильность, неплохая точность, а главное, ничего не платите. Пулемет КСП идет с набором гейтшвяпан, пак 2, но надо заплатить. Разницы между этими пулеметами нет вообще. МГ-42 вот это уже хорошая пукалка, скорострельность просто дикая, это и позволяет убивать противников очень быстро, но у нее долгая перезарядка и патроны быстро кончаются. М60 большой боезапас, чуть хуже подбор патронов, высокий урон, низкая точность. Из-за ее низкой скорострельности патроны могут долго не кончаться, это вроде бы минус, но одновременно и плюс. На вторичное можно взять Кринков, главное прокачать ему точность и стабильность, с ним можно спокойно убивать снайперов, да и простых противников тоже. Только патроны кончаются быстро. Есть еще командос 101, вот это уже конкретно для крупных толп противников. Оружие реально крутое, если вы закажите сумки с патронами, то смело берите. Пригодится. Арбитер только для убийства снайперов. Ибо это оружие настолько слабое, что простых щитов не может завалить. А подбор патронов у нее очень низкий. Пила брать только на ограбление, где надо что-то отпилить. Например, какую-нибудь дверь. На милишку только электрокастит, либо шокер. Используется чисто для стана, даже не думайте танковать. По снаряжению, я думаю, проблем не должно возникнуть. Я покажу два ладаута, для первого набора и второго. Как видите, различия минимальны. В видео я показал все, что хотел, единственное, чего я не сделал. Так это не объяснил, какие дополнительные навыки можно взять, но это все есть в гайде. Ссылка в описании. Обязательно лайк поставьте и в избранное закиньте. Мне в свое время этот билд помог пройти практически все хаисты,
Тогда я был одним из первых, кто начинал на новом Death Sentence все проходить, и я своей цели добился. Стал первым, кто смог пройти все в соло без бота. Не считай Border Crossera, но это уже другая история. Мне этот билд помог, надеюсь, теперь он и вам поможет. А всем, кто смотрел это видео, спасибо, я вас всех люблю и целую. На видео обязательно лайк, на канал подписку. До скорых встреч!